У багатьох з нас, у дорослих людей, саме визначення карта щеплень асоціюється з дитинством. Якось люди вважають, що вони, отримавши той перелік щеплень у дитинстві, ну, якось забезпечені імунітетом на все життя. Напевно, така версія помилкова. І чи ось дорослим людям, окрім вакцинації проти грипу, треба робити якось слідкувати за тим, щоб якось цей графік щеплень продовжувати і своєчасно робити якісь інші щеплення? Традиционно, совершенно правильно говорите, что традиционно все воспринимают, что это детский вопрос. На самом деле это вовсе не детский вопрос, то есть это вопрос взрослых точно так же, как и детский вопрос по некоторым причинам. Во-первых, взрослый в любом случае может стать источником инфекции для ребенка, то есть если это родители. Об этом стоит подумать, сейчас я опишу в каких случаях. Что касается календаря и того, что обеспечивает государство, взрослые люди в нашей стране каждые 10 лет должны прививаться от дифтерии столбняка. И после 60 лет традиционно всегда прививались от столбняка, тоже каждые 10 лет. Если выйти сейчас спросить на улице людей, давно ли вы привиты от дифтерии и столбняка, и когда ваша следующая прививка, они, к сожалению, об этом не помнят. Поэтому всем, кто смотрит эту передачу, особенно имеют огороды, на которых они трудятся, ездят на рыбалку, где можно порезаться, да, и занести грязь и споры столбняка из грунта в рану, например, должны обязательно обратиться в свою поликлинику к терапевту, который им точно скажет, когда им приходить на следующую прививку от дифтерии и столбняка. Если вы поранились, порезались и загрязненная рана, то обязательно проводится экстренная профилактика столбняка, то есть обычно это происходит в травмпункте, либо у хирурга, либо в районной поликлинике. Но, пожалуйста, помните об этом, потому что люди от столбняка умирают, умирают в нашей стране. Немного такие случаи единичные, но они есть, и это предотвратимая смерть, люди от этого умирать не должны. В 90-е годы была большая эпидемия дифтерии, тогда погибло много взрослых и детей. И если будут накапливаться количество невакцинированных взрослых, это может повториться. Сейчас есть и большое количество невакцинированных детей тоже. Поэтому это большая масса невакцинированных людей разного возраста. Эпидемия дифтерии может повториться. Поэтому взрослые, пожалуйста, помните, что вы должны прививаться от дифтерии и столбняка. Но существуют и другие вакцины, которыми могут прививаться взрослые люди. Например, все дети сейчас получают вакцины от гепатита В. Но когда мы с вами были маленькие, не было этой вакцины в нашем календаре, и мы с вами ее не получили. Существует ли угроза по гепатиту В? Да, безусловно. Наши женщины очень любят обрезной маникюр, педикюр. Неизвестно, как стерилизуется весь инструмент. Мы ходим к стоматологу, женщины ходят к гинекологу, не зная о том, что есть одноразовые зеркала. Человек в любой момент может попасть на какое-то оперативное вмешательство, плановое, либо экстренное. Ребенок может наступить на иглу на детской площадке от инъекционного наркомана и так далее, и так далее. То есть не забывайте о том, что можно еще вакцинироваться от гепатита В. Взрослому человеку, женщина готовится, например, к беременности, собирается заводить детей. Безусловно, этот вопрос нужно рассмотреть. Для женщин, которые готовятся к беременности, если беременность такая запланированная, да, которую они планируют загодя, тоже очень неплохо было бы провакцинироваться корь, краснуха, паротит, поскольку перенесенные эти заболевания во время беременности могут вызвать очень большие проблемы для женщины. Также взрослые рассматривают часто вопрос о вакцинации от папилломавируса человека. Это одна из двух противораковых вакцин. Есть две, считаются, противораковые вакцины. Одна от гепатита В, поскольку сам гепатит может вызвать рак печени. А вторая вакцина – это папилломавирус человека, который вызывает рак шейки матки, от которого погибает несколько тысяч женщин каждый год. Ежегодно в Украине. Это большая проблема по всему миру. В странах западноевропейских, в Соединенных Штатах, эта вакцина входит в календарь для детей, для девочек школьного возраста. Иногда в 7 лет начинают вакцинировать девочек, иногда в 10, иногда в 12. У нас мало кто знает из родителей о том, что их детям, девочкам можно сделать такую вакцину, но была довольно широкая реклама для взрослых, и есть она в глянцевых журналах, поэтому женщины рассматривают для себя иногда этот вопрос. Более действенна она, конечно, у детей, у подростков до начала такой жизни половой, вот, но и женщина взрослая тоже может для себя рассматривать этот вопрос. Поэтому вакцинация – это не только для детей, это для взрослых тоже. Еще один такой момент тоже для родителей, у кого есть старший ребенок. Предположим, есть двое родителей, которые не болели ветряной оспой, либо мать не болела ветряной оспой, ветрянкой. Да? И старший ребенок ходит в школу и собирается заводить второго. То есть совершенно очевидно, что беременная женщина может заразиться ветрянкой от своего старшего ребенка. Не забывайте, что есть
еще вакцины от ветряной оспы, поэтому можно еще и от нее вакцинироваться. У дорослому віці. Да, взрослому. Ви зараз багато так розповіли цікавої інформації. Я впевнена, що для багатьох наших глядачів деяка, ну, ця інформація стала новиною. Чому люди у нас так погано проінформовані? Можливо, це недолік роботи лікарів? Чому самі маємо виявляти ініціативу, цікавитися, які щеплення існують, проти чого і... Ну, ледве не сторінок глянцевих журналів дізнаватися про них. Невже це не планова робота лікарів? Хочеться кілька слів сказати в защиту докторів, тому що психологічно, ну, ми часто дуже відносимося до того, що доктор должен нам щось. Ну, а на самом деле мы себе должны что-то, то есть мы должны позаботиться о себе и позаботиться о своих детях и больше интересоваться этими вопросами. Доктор, безусловно, если вы к нему придете, он вам все это объяснит, расскажет и покажет и так далее. Но мне кажется, что люди сами тоже не должны перекладывать ответственность за свое здоровье на кого-то другого. Это касается не только вопросов прививок. Например, это касается вопросов сердечно-сосудистых заболеваний. Сколько у нас погибает людей, например, из инфарктов, да, то просто потому, что они вовремя никогда не ходят обследоваться. И хотя к этому призывают доктора, и там политики, и разные звезды, например, но никто не идет и не обследуется заранее, да, то есть все происходит уже потом. А к вакцинации вообще традиционное отношение, к сожалению, достаточно негативное у населения. Есть очень много неоправданных опасений. Люди считают, что это опасно, хотя это совершенно безопасная процедура, от которой крайне минимальные могут быть какие-то риски, значительно меньше, чем от любого инфекционного заболевания, и значительно меньше, чем от, когда вы открываете любую упаковку с таблетками, да, и начинаете их пить. И значительно меньше, когда вы выходите на улицу и можете там попасть под машину, да. Поэтому я предлагаю всем родителям и взрослым хорошо в этом вопросе разобраться, хорошо про это почитать, все узнать, потому что чтобы подход был осознанный, чтобы не вас кто-то уговаривал, а вы сопротивлялись, да, например, а чтобы вы это точно знали и точно знали, как выглядят эти заболевания. Можно в YouTube ролики даже посмотреть, как выглядит, например, коклюш, чтобы знать точно, зачем вы привели своего ребенка и зачем вы ему делаете вот этот укол. Представники Всесвітньої організації здоров'я офіційно попередили Міністерство охорони здоров'я України про імовірну епідемію кору в Україні. Пов'язали цей факт з проведенням чемпіонату Євро-2012. Чи можете якось прокоментувати ось таку заяву ваших колег? В 2008 году была запланирована тогда дополнительная кампания по иммунизации против кори и краснухи, которая по определенным причинам провалилась. Я думаю, что вы помните, был шумный достаточно скандал на эту тему. К большому сожалению, провалилась, потому что есть огромное количество взрослых людей, которые на данный момент восприимчивы к кори и краснухе. То есть это люди, которые в любой момент могут заболеть. И хочу обратить внимание на то, что это взрослые люди. То есть у нас в предыдущие вспышки болели дети, но болели взрослые. Больше болело взрослых людей. Во взрослом возрасте корь переносится очень тяжело. Значит, кампания по вакцинации тогда не состоялась дополнительной. Взрослые, как мы с вами только что обсудили, вообще не помнят о том, что им нужно вакцинироваться. То есть у нас есть огромная популяция восприимчивых к этим инфекциям людей. В Западной Европе сейчас вспышки кори среди детей и среди людей постарше. Соответственно, при перемещении людей через границу, и уж тем более при таком массовом перемещении, как футбольный чемпионат, естественно, есть определенный риск того, что нам завезут корь, и не только корь, но и какие-то другие инфекции. То есть в первую очередь мы должны защитить себя от всех инфекций и защитить тех, кто приедут, например, если у нас они уже в это время будут. То есть вопросы иммунизации – это еще в каком-то смысле политические вопросы и вопросы такого коллективного иммунитета. То есть страна должна быть местом безопасным. У нас, например, часто говорят, вот, я не хочу вакцинировать ребенка, пустите меня в детский сад или в школу. Вас могут пустить в детский сад или в школу, но другие родители, которые отправляют своих детей, хотят, чтобы детский сад был местом безопасным, чтобы там не было вспышек, и они имеют на это право. Чому, на вашу думку, в Європі сьогодні високий рівень захворювання на кір, якщо у них, ну, календар щеплень, ну, ледве він такий неактивніший за наш, за український? В некоторых странах есть вспышки коревые среди невакцинированного населения. Например, были вспышки среди детей и родителей, которых по религиозным убеждениям не хотят вакцинироваться. То есть вспышки происходят там, где нет вакцинации. Либо не было двух доз, была только одна, либо недостаточный уровень, и там есть вспышки. То есть там нет большой, как мы привыкли употреблять слово, эпидемия, но вспышки есть. А есть континенты, на которых вообще нет кори и краснухи. Это Северная Америка и Южная Америка, потому что они проводили
проводили очень много дополнительных кампаний, очень за этим следили, у них никаких вспышек нет. У них есть завозные случаи, только если кто-то привезет из Европы. Вот завозные случаи либо в религиозных каких-то сектах, которые не вакцинируются, там бывает там пару десятков случаев. То есть у них вообще этих заболеваний нет. Врачи уже забыли даже, как это выглядит. Забули, але щеплення роблять людям чи ні? Обязательно, обязательно. Календари прививок в других странах шире даже в каком-то смысле, чем у нас, потому что мы вакцинируем от 10 инфекций, а есть страны, которые вакцинируют от 12, 15, 16. То есть все очень зависит от того, сколько в стране финансовых средств и какое этому внимание уделяют. Например, такой еще странный, экзотический пример, но тем не менее он занятный и интересный. В Соединенных Штатах Америки, по-моему, с прошлого года для людей старше 65 лет введена вакцина от так называемого герпес зостера, поясывающий лишай. Те зрители, которые когда-нибудь это пережили хоть раз, думаю, надолго запомнили эти мучения. Вот оказывается, теперь есть еще и такая вакцина, которая за государственный счет вакцинирует в Соединенных Штатах людей старше 65 лет. Так, напевно, за американських людей можна порадіти. І щось є подібне у нас? Чи є перспектива у нас розробки і взагалі появи такої вакцини? У нас є перспектива закупок любых вакцин, ну, як, в принципі, любої країни. Но на даний момент, ви знаєте, що були проблеми з поставками вакцин, достатньо длительні. І, к счастью, зараз вони вже як-то виправились, і Міністерство здравоохранения провело всі процедури, і вакцини почали доставляти в області, дітські вакцини. Поэтому родители могут идти и уже получать свои детские вакцины по календарю. Если у кого-то прошло слишком много времени, вот сейчас часто задают родители такой вопрос, например, первую дозу когда-то сделали, а потом был длинный коридор и не делали, то родители волноваться не должны, потому что иммунологическая память сохраняется, ничего сначала начинать не нужно, они просто продолжают вакцинироваться по своей схеме, и можно в один день ввести две вакцины в разные участки тела. Поэтому не нужно ничего откладывать, а нужно уже идти делать это прямо сейчас, когда вакцины появились. І я так розумію, що інформація про те, що в нашій країні, припустимо, ліквідована вже повністю там поліомієліт, там і не зустрічається дифтерії, то така інформація не є нагодою для того, щоб відмовитися від імунізації. Поліомієліт в нашій країні ліквідований, ми як країна сертифіковані, як країна свободна від поліомієліту, тобто у нас є статус такий. Но в прошлом году була вспышка в Таджикистані, яку ніхто не ожидал. І Таджикистан считается по критеріям ВОЗ європейської території. То есть это еврорегион. Никто не ожидал, что в еврорегионе возможна такая большая вспышка, то есть там до 1000 случаев было паралитического полиомиелита, то есть это парализованные дети и взрослые, которые никогда не выздоровят. И, конечно, этого никто не ожидал. У нас с Таджикистаном два прямых рейса и большая миграция, были завозные случаи в Россию. К счастью, сейчас эта вспышка остановлена 6 раундами вакцинации от полиомиелита. Поэтому имеет смысл всегда вакцинироваться от таких заболеваний, потому что риск завозной инфекции всегда велик. Чем больше невакцинированных людей, тем еще больше риск ее распространения. А дифтерия на нашей территории, к сожалению, встречается, и у нас умирают и дети, и взрослые каждый год. К счастью, в небольшом количестве. У нас буквально 1,5 хвилини до завершення програми. І ще коротко, що мають знати люди, які збираються у подорож, скажімо, до екзотичних країн? Де вони можуть дізнатися, від яких захворювань, і де вони можуть прищепитися? Дуже часто на сайті посольств тех экзотических стран, куда они едут, есть специальная пометка, что рекомендовано вакцинироваться. Есть такие рекомендации у Всемирной организации здравоохранения. Есть очень понятно выписанные такие рекомендации в Соединенных Штатах, в Центру по контролю за заболеваемостью. То есть там есть прям целый раздел для путешественников. В основном их может интересовать вакцина от желтой лихорадки. В городе Киеве это делается в Октябрьской больнице. Это двухдозный флакон. Это делается во многих платных клиниках. Думаю, что, скорее всего, это делается где-то и в Харькове. То есть путешествующих обычно интересует профилактика малярии, но от нее нет вакцины. И от нее просто берут с собой таблетки и противомоскитные сетки, и репелленты разные. И вакцина от жовтої лихорадки може цікавити таких людей. Нагадаю, що сьогодні гостем програми «Пряма мова» на УТБ була лікар-педіатр, експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. З нею спілкувалася Ольга Шевченко. Бережіть себе. На все добре.